В Полоцке 10 и 11 декабря состоится подведение итогов заключительного этапа 8-го открытого республиканского конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино». Мероприятие пройдет на базе Центра культуры «Полоцк». В этом году в конкурсе приняли участие более 100 человек из России, Беларуси, Китая, Украины. Каждый конкурс дает какие-то рекорды. В прошлом году были рекорды по количеству работ, в этом рекорд по количеству участников, что очень радостно, значит, люди и сами смотрят кино, и сами снимают кино для кого-то. Самый удивительный факт – в нашем конкурсе в этом году принимает участие Китай. Город-побратим Мяньцзи, если я правильно произношу, вот прислали свой фильм о своем городе небольшой, вот он тоже принимает участие в нем. Оценивать творческие работы будут представители Министерства культуры, Управления культуры Витебского облсполкома, специалисты Белорусского союза кинематографистов, киностудии «Белорусфильм» и Белорусской государственной академии искусств. Вход на все мероприятия конкурса любительских фильмов свободный.